Привет, я долгое время не собирала. Теперь мне это понравилось. Я собрала косметичку. Давайте посмотрим, что у меня в ней. Значит, так, вот мыла на корейскую косметику. Посмотрим, что здесь у нас. Эос, бальзам для губ. Вот здесь липоевая кислота. Вроде как для похудения, но... Essence. Ну, она как полупрозрачное покрытие дает. Такая тоже неплохая. Для губ. Тоже хороший. Я из них много взяла. Типа вот. Можно посмотреть. Ну, так себе духи. Ох, вещь, конечно. Держится очень долго. 8 часов, да, и губы после него. Ваши мчи будут в шоке. Теперь вот, прости, с Лореаль. Пыталась дружить. Пыталась, но что-то как-то у меня дружба не фирма, тем более купленная в России. Скайлов. Ну, тоже такой. Увлажняет, цвет дает. И хорошо. Простите. И здесь и Ева все стерлось. Лучше. Простите, Орифлейм. Все знают Орифлейм вишни. Простите, вот пробник корейского крема для рук. На самом деле это не все. Я вторую часть для вас хотела снять. Сейчас попробуем. Вот тоже. Такие матирующие салфетки. Ну, я не знаю, кстати, что качество не очень. Простите за задержку. Здесь Max Factor блеск. Цвет. Ну, честно говоря, шопоголизма. Вот Марика и старые, старые тени. Ну, кстати... Хорошую оперативку. Простите, это все довольно качественное, хорошее. Здесь палетка теней. Я позже, наверное, вставлю картинку со всем содержимым. Сейчас не открою, я быстро так. Вот это. Опять же, от Лореалевска. Кстати, это мне понравилось больше, чем губнушка Лореаль. Такая Ева тушь. У нее хорошая кисточка. Ну, не. Может даже посоревноваться с качеством с Диором. Так вот. Всемирно известная база. От Essence. Хорошая, кстати. Ну, упала неважно. Бель тоже фирма, я не знаю, Украина. Ну, довольно неплохой корректор, редко им пользуюсь. Теперь, о, называется Флирт. Кстати, неплохой карандаш тоже им пользуюсь, хотя обычно карандаш у меня подобный. Микс. Джамбо Пенсил. Как я, посмотрите его. Единственное, что мне нравится, что он очень скатывается на моих жирных веках. Такой в нем, однако, недостаток. Масло. Ароматическое тире духи. Ну, тоже вещь неплохая, пахнет. Ну, да и ладно, раздражение. А теперь я вместе с блеском диоровским одним для губ заказала вот такую косметику. Внутри все видно, очень хорошо все сделано. Так что, такие косметички можно заказывать.